Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Не забывайте ставить лайки и подписываться, чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий. Модель Ксения Пунтус найдена на тротуаре возле многоэтажного дома в центре Москвы. Девушке 21 год. По предварительной информации, она выпала из окна. Нам такая информация пока не поступала. Проверяем, сказали «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Москве. Тем временем в соцсетях появляется информация, что Ксения Пунтус в тяжелом состоянии доставлена в московскую больницу. Медики пытаются спасти девушку. Знакомые модели напуганы и стали искать ее, оставляя сообщения в соцсетях. «Бедная малышка, поправляйся», — написала Елизавета Крайнова. «Ты обязательно поправишься, малышка», — написала Дарья. «Что с Ксюшей? Как ее состояние?» — поинтересовалась Анастасия. Есть информация, что вечером Ксения была в одном из московских баров со своим молодым человеком. По некоторым данным, модель встречалась с Андреем Баковым, внуком Никиты Михалкова. Как сообщил источник kp.ru, девушка выпала из окна квартиры, которая принадлежит Бакову. За два дня до инцидента Ксения написала в соцсетях очень странный пост. «Как отмыть запах табака от рук? Как любить тебя, когда ты – труп? Когда хочется и себе воткнуть в сердце нож? Знаю, просто подождать, и ты оживешь, и когда это будет, я заблужусь в бреду. И сама тебе, мертвая, на руки упаду. Страх начнет точить тебя, что наждак. Но ты сумеешь смерть мою переждать. И нам будет что вспомнить, ангел мой, чем дорожить мы друг другу помогали ожить», — написала Ксения Пунтус. Отметим, что 21-летняя модель снималась для рекламы крупных российских компаний, ее фотографии украшали глянцевые журналы Tatler, Vogue, Aeroflot Style и другие. Девушка любила путешествовать, занималась серфингом, каталась на скейте. А в это время, все тело изуродовано, ее выбросили в кусты, друзья модели Ксении Пунтус рассказали свою версию трагедии. Новость о том, что модель и актриса Ксения Пунтус при загадочных обстоятельствах выпала из окна третьего этажа в центре Москвы, обрастает страшными подробностями. Вопреки первоначальной информации о приеме психотропных веществ, друзья девушки заявили, что она никогда не увлекалась наркотиками и другими сомнительными препаратами, и уж тем более не думала о суициде. Подробности. Эти люди сделают все, чтобы никто не узнал правду. Олеся Кафельникова заявила, что модель Ксению Пунтус покалечили на вечеринке. 21-летняя модель Ксения Пунтус, которую ранним утром 11 января нашли переломанную и практически в бессознательном состоянии в центре Москвы, оказалась близко знакома с известной коллегой по модельному бизнесу и дочерью теннисиста Евгения Кафельникова. В своем инстаграме Олеся Кафельникова опубликовала все, что на данный момент ей известно о трагедии. Напомним, девушку обнаружили во дворе дома, где живет ее парень, 20-летний внук Никиты Михалкова Андрей Баков. Подробности. Ролик подошел к концу. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Нам будет очень интересно его услышать. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик. Так вы будете узнавать о всех самых свежих новостях и ничего не пропустите.